Так, у меня вечерняя копалка на Руси. Извиняюсь, дернул. Виталик бродит. Максимыч бродит. И я первый. Моя первая чешуйка сегодня вечером. Вот так вот. Такая замечательная Русь. Копай чешую. Чё снимать-то? Чешую. Да чешую я и сам сниму. Вот у меня тоже чешуйка. Малышка. У тебя серебро? Медь? Медь. Ну давай посмотрим, кто там у тебя. Блин. Елдак болтается. Погодь. Ну, кто там? Ну, ковыривай. Меды. Медь, ясно. Ну, мне тоже пока что медь. Вот. Кругляшек. Побрызгать тебе водичку? Да нафиг. Еще одна чешуйка. Ветер что-то прям прохладно. Что-то стало. Виталик где-то там бродит. Первый раз попадается такое. Залипуха. Две чешуйки вместе слиплись. Не знаю, видно будет, нет. Но интересно. Ай! Причем очень сложно пином ее было найти. Понятное дело, что сейчас я вот вижу. Но смотрите, на каком расстоянии. И это не китайский пин. То есть я прям раскидывал. Вот. Такие вот интересные малышки. Ладно, дома отмоем, сейчас смысла нет. У нас тут фактически батл приборов. Максимыч Тера 5 чешуек, у меня 6 на Жигуле. Виталик еще не знаю, сейчас посмотрим. Ну, в общем, 6-я чешуйка вот у меня. Такая вот малюсенькая сосисочка. Нашел, так сказать, глазами вот. Иду к машине, крестик. Целый, хорошенький. Выпрямим. Ну, в общем, вечерняя копалка подошла к концу.